Добрый день. В SketchUp существует очень интересный прием, который называется удаление группировкой. Смысл заключается в следующем. Вы выделяете то, что хотите удалить. При этом могут попадать и те линии, например, которые вы удалять не собираетесь. Посмотрим, что произойдет. Мы выделяем, создаем группу, тут же ее удаляем. Обратите внимание, SketchUp сохранил геометрию, которая определяла фейс. Единственное, что здесь вот сейчас не очень интересно, это то, что он остались разбитые отрезки. Конечно, мы можем удалять его так, стерками. Но это не всегда удобно. Я написал небольшой плагин, который вот эти действия все по группированию, удалению и восстановлению ребер делает за один клик. Ну, например, следующим образом. Вы хотите выделить вот это. Все. Иконку я, к сожалению, не придумал. Если кто-то придумает, буду благодарен. Если обратите внимание, вот сейчас линии целые. Естественно, можно повесить на какую-то горячей кнопке. Ну, например, Shift-T. Вот такой плагин, который заменяет некоторую последовательность действий. И еще немного о практическом применении плагина. Иногда при построении каких-то сложных поверхностей после пересечения необходимо убрать лишнее. Вариантов много. Можно так. Но остались линии, да? Можно так. Но неудобно. Можно попробовать выделить. Совсем удалить, совсем беда. Если мы попробуем применить плагин, то выглядит это будет следующим образом. Мы выделяем, что хотим удалить.